на свидание. И он там напился и уснул. Почему вот такое? Вот, скорее всего, вот это у меня. Мы все танцуем, так я маску с другой позиции, когда так показывают. Блядь, я что-то я закинул два этого отеля сейчас. Она такая, не, я хочу еще танцевать. Надо было вести в туалет. Да, мы будем танцевать. Все, поехали. Я этот стык, негр уже за жопу, я подошел, обновился. Негр оттолкнул, блядь, я взял, ну, за щеку, попал прямо. Каждый день мы, как сказать, прорабатывали себя, улучшали, делали просто супермена из каждого. И мужики, вы просто когда охренеете, когда придете сюда, вы будете страдать, но вы потом просто такую эйфорию получите. Вы будете сразу подходить к высоким, красивым, к шубам, к моделям просто. И они вам будут с легкостью давать телефон, они будут прям, знаешь, сами тебя просто лапать уже, трогать там. Это самое последнее, что было, что меня засосали две девчонки. Это было вообще невероятно просто. Я сейчас вообще супергероем себя чувствую. Круто. Сколько номеров взял за 4 дня? Около 30 номеров. И при том я выбирал еще самых классных. Тех девчонок, которых просто, не которые так поебаться, а вот именно которые они красивые, которые классные, интересные девчонки. Когда сидит женщина, сидит мужчина, это я про тебя сейчас, про нее. Ну, как в природе создано, что надо там плодиться, размножаться, жениться и так далее. И ты, естественно, как мужчина, потому что так заведено природой, проявляешь туда инициативу, потому что голубь вот этот раздувшийся бегает, блядь, за голубкой. А не наоборот, чувак. В чем борщ-то, я не понимаю. Просто сделал то, что должен был сделать нормальный чувак, а она сделала то, что должна была сделать нормальный чувак. Чувак, все то же самое, посмотри, блядь, на ютубе, смотри, как голубь бегает по голове. Все то же самое. Мужики, мне 21 год, я был девственником до прохождения тренинга. И после того, как я его прошел, я познакомился с классной девчонкой в торговом центре. Мы с ней даже успели поцеловаться на стадии знакомства. Я ее кинестетил, делал все классные, приятные штуки, о которых рассказывает Вова. Ну и далее в кафе этого же туалета я воспользовался ситуацией, взял все под свой контроль. Проявлял позицию сверху, и, в общем-то, все у меня вышло. Ну, я не знаю, почему это ты подходишь к ней, так, первого раза. Разрываешь на ней мозгу, короче, у нее вываливаются сиськи прямо в кафе, естественно, да? И вот это, наверное, больше нового чувака, мне кажется. Или берешь этот, блядь, перечень, и говоришь, так! Я не знаю, что это. Все, кроме вот этого, это либо вообще научила. Тренинги, очень классная атмосфера, позитивная, то есть такое чувство, что я не просто как бы пошел торчаться, но еще и там 4 дня стендапа посетил, то есть постоянно там, ну, очень позитивная атмосфера, ржачно, весело, то есть зарядился эмоциями. Сидит и говорит, типа, ну, я не могу сегодня заниматься сексом. Я говорю, почему, что дело? Она говорит, ну, у меня это поменьше. Я говорю, что настоящие пираты не боятся сексом, море. Сегодняшнего тренинга, у нас на каждом тренинге есть коронная фраза, она твоя в этом. После тренинга у вас из маленьких яичек, которые с черешинку вырастают яйца с кулак. То есть это просто охрененно. Вам дадут тут такую силу воли, прокачают вас стержень, что вы будете подходить к девушке, не задумываясь. Всем рекомендую не сидеть, не дрочить где-то там, не знаю, на порнухе в голубом экране. Подходите, прокачивайте. Самое главное, вы эти деньги вкладываете не в каких-то проституток, а именно в себя, в свою личность, в прокачку своего характера.
У кого после тренинга есть номера телефона? Ну, после всех 4 дней. Давайте, ребята, у вас сейчас все только начинается, у вас есть задание, у вас есть вы, когда вы можете нам позвонить и написать. Как-то так, есть вопросы? Да. Как вам тренинг, мужики? Всем выйти на следующий поток. Весна, Москва полная женщин. Записывайся прямо сейчас, мужик. Или, как всякие, я знакомый.